Всем привет, с вами я, Виолетта, и сегодня хочу делать обзор на две пиксель-раскраски по номерам. Нашла их на Озоне, видела на Wildberries, но там постоянно то одного нет наличия, то другого, не знаю, то ли быстро раскупают, то ли, может быть, меньше просто на склад поставляют. Но, в общем, нашла на Озоне, ссылочку вам оставлю, как всегда, в описании под роликом. Также на Озоне из плюсов есть баллы продавца, и, соответственно, если вы планируете покупать там несколько раскрасок, как я, то вам, наверное, там будет выгоднее. Ну, смотрите сами. Значит, спойлеры к картинкам. Вообще, раскраски у нас А4 формата, на пружиночке, с такой картонной обложечкой. У меня две из этой серии, по-моему, их всего 4, а может быть, даже и больше. Значит, это называется Майк, это называется Сквидвард. Вот, здесь, соответственно, все мои любимые мультики. С Майком, получается, у нас работ меньше. Всего 16. А со Сквидвардом их 18. Вот. Давайте начнем с той, которая поменьше. Палитры здесь одинаковые. И у нас они, естественно, вот тут подписаны. Эти вот облачка. Собственно, такие квадратные иллюстрации. Здесь есть сразу ответ. Для тех, кому это мешает, ну, можно его там заклеить. Вот, для меня, в принципе, не критично. Я, конечно, больше люблю не знать, что я раскрашиваю, но в целом ничего страшного. Стич, моя любовь. Винни-Пух, кстати, очень хорошо здесь нарисован. Так как картинки здесь односторонние, то можно их раскрашивать маркерами. Я думаю, что так и буду делать. Вот. Ну и плюс здесь квадратики достаточно крупные. Фломастерами надо будет раскрашивать прям каждый квадратик, чтобы, например, они не полосили. А, еще, кстати, акриловыми маркерами можно раскрашивать. Это очень даже хорошо. Тут всего 3 цвета, какая прелесть. В общем, раскрасочки такие простенькие. Можно быстро закончить их. Вот. Но я люблю раскраски по номерам, поэтому для меня вот такое. Это про удовольствие, про релакс. Зоин любимый базлайтер. Вот, собственно, сам Майк. В общем, здесь все такие персонажи узнаваемые. Все любимые. Я, кстати, видимо, пропустила, где у нас был этот лис. Интересно. Ну ладно. Так, и вторая раскрасочка. Здесь я не знаю вот этого котика. Он выглядит очень знакомым, но я вообще не помню, откуда он. И пиццу я тоже не помню, откуда она. Всех остальных персонажей вроде бы знаю. Сквидварда такие глаза интересные здесь. Флаттершай даже есть. Это, кстати, моя любимая пони из My Little Pony. Леди Баг. Вот этот котик. Финн и Джейк. Смурфетта тоже моя любимая из смурфиков. Миньончик. Это у нас из Луни Тюнс, наверное, зайчик. Кэндис. Обожаю, кстати, Финиса и Ферба. Прикольно, что они ее сюда вставили. Фуфил Шмерц как будто без бровей. Не помню, как выглядели у него в мультике брови, но такой забавный. Ферб. А Финиса у нас нет. Главное дело, кстати, ну, по факту. Здесь вроде бы все персонажи были, да. Но они здесь расположены в другом порядке, насколько я понимаю. То есть в таком перемешанном. Вот. В
В целом, я довольна изданием этих раскрасок, учитывая, что это всего лишь раскраски по номерам. И, ну, мне кажется, все их будут раскрашивать или фломастерами, или спиртовыми маркерами, или акриловыми маркерами. Бумага здесь такая достаточно плотненькая. Мне кажется, где-то 120 грамм на метр квадратный. Вот, но в теории, конечно, можно и красками здесь раскрашивать, но я думаю, что из-за квадратов, из-за того, что здесь должна быть такая ровная заливка, это будет не очень удобно. А многие, я знаю, даже по линейке раскрашивают такие картинки. Вот, а мне они еще напоминают те времена, когда было модно рисовать по клеточкам. Вот, мне кажется, это вот что-то подобное. Так что очень даже интересно. Не знаю, попробую пораскрашивать. Если понравится, то, наверное, куплю еще как минимум одну раскраску этой серии с принцессами. Там герои мультфильмов, и там, по-моему, принцессы, вот что-то такое диснеевские. Вот, очень бы хотелось. Ну, это было все. Пишите, как вам книжки. Знаю, что у многих они уже есть. Так что, если захотите, можем вместе пораскрашивать что-нибудь. Но это было все. С вами была Виолетта. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока.